на свете есть родина своя. Про Ивушки плакучи нет реченьки милей, про беленькой березки, а в пушке нет родней. Есть ветки у листочка, овражек у ручья. У каждого на свете есть родина своя. А там, где мы один есть, где мы радостно живем, края своя, войны мы родина живем. В нашей республике проживает много национальностей, которые живут дружно. Они живут много лет в мире и согласии. В Адыгее очень чтут обычаи, традиции каждого народа. С давних пор куда у адыгов распространен обычай гостеприимства. Каждый человек, которого входит в дом, становился дорогим гостем. Адыги говорили, все времена гость в крепости надежной. Это означало, что личность гостя прикосновенна. Хозяин будет защищать своего гостя от посягательств стороны. Любой аул, хоть утром, хоть под вечер, усталый путник смело заезжает. И ждет тебя приветливый встреча, гостеприимный наш кавказский край. Стол с хлебом и соль, полосили хлеба, трудом народного созданы не зря. И сейчас я вам буду загадывать загадки и посмотрим, как хорошо вы знаете наши растения, животные и рыбы. Весь в пыли, хоть сил немного, у дороги он торчит, у него согнулись ноги. Приприметен он на как вы знаете? Молодцы, какие вы все знаете, да? У кого нет берлоги, не нужна ему нора. От врагов спасают ноги, а от голода зайчик. То погаснет, то зажжется, ночью прочий огонек. Угадай, как он зовется? Ну, конечно, перебьет. Молодцы. Перевалку в дверь идет, а малину и помет. Любит сладкое он очень, а когда приходит осень, лезет в яму по весне. Зверинец мой, молодцы. А выше кошки рост, живет на реке, в лесу. Пушистый рыжий хвост, как не забудь. Лиса! Молодцы. Хоть колючая, но не елка. Подними у нее иголки. А кора тонка, Саса! Где я, родина моя? Я люблю твои поля и горы, утреннее пение соловья и широкие зеленые просторы. Я люблю тебя, соседскую воду, за холмом шумных людей, за прекрасную осеннюю погоду и за нашу преданную друзей. Только где бы мы не оказались? Да, только где бы мы не оказались, будем позже жить всегда молодая, щедрая, красивая.
Адыгея, родина моя. Теперь я вам буду задавать вопросы, а вы мне их отвечаете. Когда день рождения нашего учителя? 5 октября. 1 года. Как же это означает? А главный город нашей республики, столица? Майкоп. И переводится город Майкоп как? Долина яблока. Молодцы. А как вы думаете, какого цвета флаг республики? Зеленого. А что он означает? Вечная жизнь. Интересно, а вы знаете, кто написал слова и музыку нашего дня? Слова написал. Наш план. Музыку.